так выглядит после обмакивания в перцах, нанизывания на ниточку и распиранием с помощью зубочисток вся эта конструкция. Мы ее оставим на дней на 5, может быть. Пока можете полюбоваться ею на балкончике. Вот они, это 6 больших частей и 5 маленьких. Одна часть, видимо, там осталась большой какой-то. Ну, мы увидимся после того, как я сниму их. Вот эти зародыши вкусной еды. Это смесь кориандра, черного перца, тмина длинного и чили. Здесь использовалось. Очень мало, кстати, я использовал в этот раз, чтобы было не очень остро.